Российский библиокараван прибыл в республику. А это значит, что несколько дней в столице Чувашии и других муниципалитетах будет идти речь о дальнейшем развитии библиотечного дела, о новациях в этой сфере. Вместе со специалистами в этом важном разговоре будут участвовать и читатели, и писатели, и артисты. Сегодня в Национальной библиотеке рассказы Василия Шукшина читал известный актер театра и кино Владимир Борисов. Иван не любил тестя. На ум жалеющий дочь терпел Ивана. «Спишь?» – живо заговорил Наум. «Эх, когда раньше можно все царство небесное проспать. Здравствуйте!» «Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь». «Зря! Давай-ка поедем, съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за здорово живешь, но черт с ним, дров надо». Владимир Борисов – наш земляк. Его малая родина – Марпасадский район. К рассказам Шукшина его привело какое-то внутреннее чувство – воспоминание детства. «С этим очень много связано, и в большой степени вообще мое обращение к Шукшину вот таким вот образом связано именно с отцом. Почему? Потому что когда я прочитал первые еще, ну для себя первые рассказы Шукшина, которые печатались в журналах, все персонажи Шукшина заговорили вот голосами моих родных. Во всяком случае, тех людей, которых я видел здесь, в деревне». Бывая на родине знаменитого актера, сценариста и писателя, Владимир не раз слышал от односельчан, что в его голосе многие слышат интонации самого Шукшина. Вообще, к русскому языку у нашего земляка особое отношение. Он сожалеет, что из него уходит интонация, особая мелодия. Это обращение, опять-таки, к менталитету, к нашему, понимаете, который тоже все это очень-очень связано. Ведь Лихачев еще говорил, по-моему, что если пропадет язык, пропадет нация. Мне хочется, чтобы вот это шукшинский язык, шукшинская интонация, шукшинская мелодика, она как-то, ну, прежде всего, чтобы она как-то вошла, я не знаю, была услышана молодыми хотя бы ребятами. Оцениваешь по тишине, которая стоит вот, ну, на спектакле. «Волки», «Суд», «Как помирал старик» – всего прозвучали 5 рассказов. Среди почитателей таланта Василия Шукшина и люди в возрасте, и молодежь. «Это особое имя в русской литературе, и его мир – это особый мир, это мир чудиков, мир необычных героев, которые в то же время очень обаятельны, и они очень совестливы. Язык Шукшина, казалось бы, очень простой, мы все так говорим, и Шукшин просто фиксирует эту речь, но на самом деле это такая очень серьезная, виртуозная работа. Мы надеемся, что после этого мероприятия интерес к его творчеству усилится и будут брать еще больше его книги в нашем центре чтения».